УЗИ прослеживают авторский почерк, но тем не менее все вот наши городские школьные музеи, которые делаем, то есть их уже сегодня три сегодняшнем месте, они прослеживают авторский почерк, но каждый отличается от остальных кардинально. И все это, ну, грубо говоря, все это жемчужины внутри одной диадемы. Итак, город Творцов. Здесь у нас представлены работы, в основном связывающие нас с музыкантами, с театралами. Это, собственно, в основном театр идет. Ну и, соответственно, обе вот эти экспозиции, предыдущие, последующие. Кстати, не успел обратить внимание, наверху на буфете у нас стояла как раз специальная фарфоровая глина. Я просто не признаться забыл. Каолин, которая была долго дефицитом, и именно благодаря этому Китаю долго удавалось удерживать в тайне, в секрете технологии производства фарфора. Но потом в Европе появились свои залежи, были открыты свои залежи. Итак, в Орехово-Зуеве имеются древние традиции театральных действий, но мы массовое развитие театрального искусства, театрального искусства мы связываем вот с летним садом, театром, садом народного гуляния господ Морозов. Именно тогда первая постановка местная была создана отцом нашего замечательного согражданина, соотечественника Сергея Никаноровича Корсакова. Никанором Агафоновичем Корсаковым. Насколько мне известно, его графических изображений не сохранилось. Итак, самая первая постановка полностью и с хором, и с оркестром была подготовлена Никанором Агафоновичем Корсаковым. А Адриан Николаевич Гайгер — это основатель нашего замечательного хора. Хор этот существует по сей день, но с известных времен он называется «Хоровая академическая капелла комсомолия», лауреат премии Ленинского комсомола и премии комсомола Подмосковья, в которой я имею честь состоять. Долгое время я был солистом, но сейчас я просто пою в хоре, и еще, наверное, год мне сольную партию не вернут. Ну, вот так случилось, что я немножко потерял часть своего замечательного голоса. Ну, так вот, Зимний театр был создан замечательными нашими архитекторами, галицким учеником Федоровича Шехтеля, самим Федоровичем Шехтелем. И, соответственно, тоже был построен, запланирован и фактически построен Саввой Тимофеевичем Морозом, внуком которого мы считаем местно почитаемым промышленником, меценатом и местно почитаемым великим человеком. Итак, Савва Тимофеевич не дожил, к сожалению, до его постройки. Обратите внимание, Савва Тимофеевич, как принято считать, покончил жизнь самоубийством. Но здесь есть один темный момент. Дело в том, что он был похоронен на кладбище. А самоубийц, как известно, на кладбищах не хоронят. Поэтому самая распространенная версия сегодня, что он был убит, а самоубийство было подстроено. Якобы он был убит по решению большевиков, потому что его определенная часть, его финансирование шла на революцию, и, к сожалению, его семья возбудила расследование против него за разбазаривание семейных капиталов. Поэтому, соответственно, его большевики, чтобы не придавать делу огласки, его устранили. А дело было замято именно потому, что семье не хотелось бы, чтобы Савва Тимофеевич участвовал в этом деле. Дело было подвергнуто огласке, чтобы он, собственно, был всем известен, что он покончил жизнь самоубийством. И, соответственно, большевики, если действительно история правдива, добили своего. Но якобы его убийство было организовано электротехником Красиным. Здесь он не представлен, хотя электричество в город действительно проводил на каком-то этапе
красен. Ну, революционер не там во всех было много хороших моментов, но был и один плохой, то, что они были революционерами. Ну так вот, мы здесь видим несколько видов старого рабочего театра. Он сначала назывался зимним театром, потом рабочим, потом, я боюсь здесь собрать, по-моему, сначала трамом, театром рабочей молодежи. Он был в свое время профессиональным театром, спутником МХАТа. Кстати, МХАТ тоже, Московский художественный театр, тоже создавал Савва Тимофеевич Морозов. И там он познакомился с Максимом Горьким, известным нашим писателем. Итак, мы здесь видим гримировочный столик, мы здесь видим образцы театральных костюмов. Здесь даже на обертках указаны спектакли, для каких для каких костюмов готовились. Ну и, соответственно, определенные элементы реквизита. Да, все, спасибо. Отцов-основателей. Сергей Николаевич Корсаков, второй основатель династии Корсаковых, не менее известный, не менее великий, чем династия Морозова. Итак, Никанор Агафонович, самый первый основатель, был автором постановок для Летнего театра. А вот Сергей Никанорович Корсаков основал наш Олег Лазуевский симфонический оркестр, нашу музыкальную школу. И, соответственно, музыкальная школа прекрасно существует по сей день. Подробности его работы в большем объеме представлены в музее нашей школы искусств. Благодаря Ольге Алексеевне Андреевой был этот музей создан, и, я полагаю, ей же принадлежит и авторство его экспозиции. Ну так вот, я у Ольги Алексеевны учился, разумеется, и, соответственно, будучи ее директором школы заканчивал. А потомки Сергея Никаноровича – это Борис Сергеевич, известный скрипач, учитель моей учительницы скрипки, да. Натальи Евгеньевны Андреевой, позже в замужестве Шалагина. Он трагически погиб, насколько я понимаю, был убит шальной пулей. Так вот, дальше. Его сын Андрей Борисович Корсаков, уже мой хороший знакомый, ну, фактически, в какой-то степени мой ученик, мой учитель Андрей Борисович Корсаков, основатель ансамбля «Концертина» в Москве. Ну, он очень рано умер. Мы хотели, собственно, его сделать директором нашей Ореховской консерватории, но он буквально им проработал, ну, какие-то пару лет, не больше. И, соответственно, его дочь Наталья Корсакова. Ну, соответственно, в детстве мы вместе росли, я в детстве был в нее влюблен, был уверен, что когда вырасту, обязательно на ней женюсь. Тоже известная, ну не как я не стал известным российским скрипачом, а как отец, известная российская скрипачка, сегодня имеет широкую европейскую известность, и, по-моему, она творит где-то на севере Западной Европы. А продолжаем движение. Ну вот здесь еще со сцены театра фотография, вот наша замечательная башня. Водонапорная тогда еще с часами. Так, с этой экспозиции я завершаю.